Так, ну вот, ребята, перебрались в лес и находим грибочки. Так, ребята, ну вот еще нашел. Ну какая. Вот, красавцы, ламулинки, в пакет, погнали дальше. Так, ребята, ну, в общем, вот такие дела. Рыбалка не удалась, но зато в лес пошел по грибы, тут с друзьями. И шел, и нашел, вешенку нашел. Вот так вот красиво она растет. Там вон дальше. Вон фламулиночки маленькие. А здесь вот новым ножиком будем резать. Вот. Вот такая вот. Вот. Вешеночка. Красавица. Я думал, не встречу. Вот. Вот. Вешенка, в общем, попалась. Ну. Ау! Ну, в общем, будем снимать, записывать, что находки наши. Просто так не будем лишнее время тратить. Так, ребяточки, ну вот, короче, наткнулся я, наконец-таки нашел неплохое дерево. Вон все и под листьями. Очень много вешенки. Молоденькая. Просто красота. Надь, срезай вот отсюда, начиная от хвоста. Вот они, вот растут. Вот красавцы. Идем сюда. Вот так. И пошло, 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 пошло. И все дерево усыпанное. Короче, огонь. Ух, и там, а вон оно еще. И вон. Обалденно. Так, ребят, ну вот еще наткнулся на фламулинку. Небольшая, правда, но есть. Ножик, конечно, пришлось заточить. Поехал к тестю. Тесть заточил мне. И теперь режет совсем по-другому. Туповатый, конечно, ножик был. Вот, ну, фламулиночки. Такие вот красавцы. Ну, думаю, еще что-нибудь найду. Так. И вот красотульку нашел. Фламулиночку. Прям хорошо, отлично. Она после того, как снег он растаял, прям повылазила. Хорошо. И вон еще вижу. Вдалеке. Вон там. Сейчас пойду туда. Сейчас эту заберу. Так, ребятки, вот, красавцев еще молоденьких нашел. Он еще есть. Прям только-только повылазили. Красотульки. Вот. Вот, ребят, смотрите. Маленьких сколько. А здесь еще. Вот они. Еще махонькие-махонькие. Будут, в общем, расти. Ну, пусть растут. Подрастут, потом соберем. Красавцы. Ребята, ну вот это вообще огонь, смотрите. Это вообще, я не знаю даже. Семья с семьей. Да. Андрюха, иди посмотри. Обалдеть, красота. Вот такие вот фламулинки. Еще нашла? Вот такая красотища. Ну, снимай там. Ну вот, ребята, пару шагов сделал. И еще нашел. Вон они стоят, какие спрятались. Красотульки. Ой, а вон еще. Вон они. Еще.
Я же говорю, грибов насыпало прям кучу. Солнышко светит. Вообще прекрасно. Ну, погнали дальше. Ребята, ну что я сейчас увидел? Поднял глаза и смотрю. А тут-то и старых, конечно, и молодых. Смотрите, какая прелесть, а. Ну это ж надо было, а, пройти. А толстенные какие. Кстати, ножик очень хороший. Очень удобный. Подлазишь везде. Вон какие огромные. Прям здоровые. Красавцы. И вон он, огроменный. Ух, и там дальше. Ё-моё, вот это да. Не зря прошел, не зря. Смотрите, какая прелесть. Вообще прям бомбически. Вон они. Вон еще семья. Огромная. Ну, вот такая вот красота. Вот количество их тут. Вообще просто огонь. Офигеть, ребята, еще нашел. Небольшая, правда, но симпатичная. Вот. Красавцы. Красотульки. Сейчас мы еще осмотримся, может еще где что найдем. Ребят, ну вообще вот несколько шагов сделал. И поднимаюсь и смотрю, какая семейка. Вообще, блин, красотища. Как нарисованные, как на картинке. Так, ребята. Вот. Небольшая. Так. А вот тут тоже небольшой, но красивый. Посмотрите, какая прелесть. Просто огонь. Так, ребятки, вот еще наткнулся. Вот такая вот красота. Вот, смотрите, сколько их. Вообще прям огонь. Огонь, огонь. Уже темнеть начинает. Наверное, будем потихонечку закругляться. Ну, будем к выходу идти. Как раз, может, еще что встретим по дороге. Ребята, вот еще, смотрите. Красота-то какая. Вот так вот. И отойти даже не могу. Все попадаются и попадаются. Класс. Вот еще нашел, ребят. Смотрите, какие красавцы. На толстых ножках. Вообще прям огонь. Красота. Так, ребятки, вот еще наткнулся. Вот такая вот красота. Вот, смотрите, сколько их. Вообще прям огонь. Огонь, огонь. Уже темнеть начинает. Наверное, будем потихонечку закругляться. Ну, будем к выходу идти. Как раз, может, еще что встретим по дороге.
Вот такое, в общем, количество собрал грибочков. Ну, и на этом хорошо. Ну, вот, ребят, еще нашел, уже выхожу. Вот, начинаю выходить. Ну все, на сегодня, пожалуй, хватит. О, вон еще стоят. На сегодня хватит. Сейчас вот это срезаем. И все. На сегодня мы заканчиваем. Все. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока.